Что такое? Почему я держу костер в руке? Я сейчас обожгусь. Я какой-то прям маг. Подожди, как бы. Так что у меня есть, надо сейчас смотреть. Мама, даже я вижу через блок. Что такое? Походу там... Я лаву под землю нашел. Ладно, это не весело. Это не весело. Так. Блин, задержана какая-то бомжатня осталась. Недавно ноги стер от этих костров, которые недавно эти пожарные. Блин. Думаю. Ты нашел? Надо спичку взять и свисток подожжем его. Тихо, стою. Нужно далеко. Всего лишь одну нож надо продержаться уже. Уже скоро наступит утро. Пока не наступило утро, мне надо побежать, пока вы... Чтобы несколько секунд. Ну, не секунд, ну, не секунд. Блин, уже пока не светает. Чтобы это не светит, я здесь... Вот такая вот. Думаю, сейчас пойду домой. Я пойду сейчас домой. Я сейчас прямо возьму вот так. Возьму и пойду домой. Это факт. Почему какой-то, во-первых, древняя одежда, во-вторых, какая-то дичь происходит здесь. Просто камень не купил. Да нет, вроде бы костер. Да костер вот так. Блин, все деревянно. У них дома москитовская палка есть, так что одежда что-то. А, не. Так. Стрели. Все. Правильно. Правильно. Все. Сейчас догорает этот костер и мы уходим. Смотрите, ворона здесь даже есть. О. Я не замерзаю. Я не замерзаю. Ёшкин кот, кто это такой? А, это два этих. Все, становится на своей... Во своей ясе становится все, да? Ищите... Та нечисть, потому что... Так. Погреться возле костра, так не близко к костру, а то загорюсь опять. У меня есть... Подожди, что это? Это... Лицо... Лавы. Почему я нафиг не знаю английский? Недавно учил это слово, вроде бы. Да где мне здесь учить еще эти долбаные слова? Здесь одна, блин, хрень, дичь происходит какая-то. А я здесь учу английские слова. Ну, равен. Ворона. Где была ворона, я так думаю, равен, это ворона. Просто я вот здесь вот где-то яйцо нашел. Блин, ни бурый медведь. Ну такое-то нереально. Это Unreal. Это Unreal.
Подожди. Я здесь в реальном мире или в какой-то пиксельной игре? Это какой-то... Unreal Engine. О, я знаю. Где-то я ютубера какого-то смотрел. Так, почему не знаю? А, когда я жил в городе, я смотрел одного ютубера, которого звали... Как же его звали? Ладно, не суть, потому что... В принципе, это не важно. Как это бессмертно. Блин, моя одежда скоро сгорит, блин. Главное, не этот. Короче, дорогие... Дорогие листочки, травушки. Всем пока. И костер, дорогой, тоже пока. Тебе. Пока, костер. Да, ядро на вошь. Почему я не могу? Почему я не могу? Охладиться. Я переохладился чуть-чуть. Надо взять и так вот подойти на таком расстоянии и деться. Мало, дорогая, почему я не буду погреться, если мне только горит? Ладно, сейчас присяду как-нибудь. Вот здесь вот, ближе к костру, чтобы... Я постыл. Что за чисть? Что за пищ? О, что такое-то? Да пошло оно. Странно. Подожди, это... А, ну я здесь оставлю на память. Блин, а сейчас сориентируется, где дом? Как же сориентироваться? Компас я здесь нигде не найду. Это факт, здесь рыба плавает. Ладно, чтобы не пирога. Ааа, фак! Фак, я там был скат. Как мне перелопить? Офигеть, у меня инвентарь еще. Мама, дорогая, я боюсь скатывать. Блин. А здесь можно такой мостик построить еще, это топчик будет. А, топчик. В принципе, вот так вот сойдет. Так уже замерзли. Щедрёно, вошь. О, не зря здесь могили. Вошь, что-то не так. Почему? Стоп, это уже новое. Кто здесь? Кто угодно? Кто здесь? Это неправильно? А кто там может быть? Миша, это я. Был идет, не отвечай. Это еще и я обосрусь. Почему здесь никаких скелетов нет? Что за? Что тут случилось? Там ничего вот тут. Медведь. Слушай, ты
Хотя посмотрите, у меня есть. Хочешь скушать? Вот как хочешь. Надо. И как вы мне предлагаете отсюда убираться? Что бы вас, охотники? Ну что, дебилы? Что? Вот так это смотреть. Я думаю, лучше по песку ходить, потому что здесь как-то странно. Жуть как странно. А почему? Что за дичь? Что? Что за вообще за дичь какая-то? А там что? Что же какая-то могилька? И что? Цветок? Дом, милый дом. Коровки милые мои. Надо. Ума мне плещут. Так. О, походу, это то озеро, про которое мне все говорили. Я вспомнил. Наконец-то вспомнил всю дичь эту. Сейчас еще 100 лет буду разбираться с этим. Блин, за весь день я уже устал. Это странно, что я устал, потому что я никогда не уставал. Я хоть весь день, хоть 1.5 дня работал, хоть 4 дня без отдыха работал. И тем не менее... Так я помню, здесь пещера, да? Пещера, да, я угадал. Какой же прекрасный свет, закат. Посрать как, и все. Так, что там мои коровки? Вырастет, вы попитаетесь. Вы у меня хорошие. Вы любите травушку-муравушку. Не то, что я пилю здесь видеоролики какие-то. Вообще, какой дичь я говорю. Ну, я был вообще ютубером такой. Номер 0. Так что... Я был как-то ютубером. Блин, что делать? Может, их реально подкормить? У меня ни хрена нету. Прости, коробка, я не хотел тебя ударить. Так. У меня здесь есть дом хорошенький. Сейчас я все туда сложу, естественно. Естественно, все. Что с этим делать? Что с этим делать не так? 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 Что же происходит? Ладно, вот это. А вот это, естественно, уже пойдет на. Ладно, 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 ладно. Что ж. Это была просто жесть, а не ночь. Блин, what the fuck? Ой, мама дорогая. Кто-нибудь спрячьте меня от этих уродов. Вы... Так, меня не замерзли? Не, не замерзли. Так, ложимся спать. Все.